Сегодня погодка получше. Ну да, но все равно сложно. Угу. Ну дождик, да, дождик. У меня она вчера заляпала стекло. Я не знаю, ну как. Так, что происходит? Ну вот опять от котлована все их становится больше и шире вроде бы. Это как раковая ось. О, вот тот вот, наверное, да, взрастается. Ага. Серьезная проблема. Так, а еще нет никого, что ли, нету? Ага, вчера я заходила, тут они были. А ты сегодня, ты фотки делала, да? Здесь прям вообще, там какие-то прям редкие коммуникации. Какие-то коммуникации. Ну, надеюсь, это не здесь щит может пойти. Сюда это трубы идут. А может, это канализация? Вот. А назначение этих труб? Ну, вот провод, наверное, там был водоканал. Что они там не делают? Ну, а так, они же перенести вроде собираются. По сути, перенос коммуникации. Нарыли вот таких вот комнаток внутренних. Да, назначение их, чтобы забираться в них. Да, в общем, будет какая-то. Так, сейчас. Кстати, гадость какую-нибудь. Да я хочу, чтобы вы бы убирались отсюда, с этой работы, и не делали здесь, эту работу. Пока мы работу здесь не сделаем, мы никуда отсюда не уйдем. Знаете, эта работа незаконная. Это вас наняли преступники, и они будут еще отсчитываться. Проект метро не утвержден. Дайте нам работу сделать. Не дадим. Не дадим. Но если чем больше вы сделаете, тем более, значит, вам будет придется за это какой-то штраф платить или компенсации, там отвечать за то, что вы тут, в общем, незаконной деятельностью занимались. Вот. Вы такой вроде бы не знаете, что как бы там, в чем суть состоит и почему мы на вас злимся. Мы злимся, это не на вас конкретно, а на то, что ваши начальники дали вам такую работу, которая для неутвержденного проекта метро, которая разрушит наши дома. Понимаете, нам это очень серьезно. Я вам так скажу. Вам мозги запудрили ваши депутаты? Нет, это наши. У нас работа, есть наши работа. Наши дома, мы видели проекты, мы были на публичных слушаниях. Мы все это изучали. Проект плохой, проект опасный. Что вы думаете, да, уже больше года это длится обсуждение проекта. Мы не занимаемся метростроем. Занимаетесь. Метростроем не занимаетесь. А чем занимаетесь? Вы водопровод. Так, и что вы делаете с водопроводом? Я уже много раз объяснял. Переносите? Никуда мы не переносим. А вот что водопровод, вот это? Вот зачем вот, такие суровые котлованы? Ну, потому что такая глубина. А что конкретно с ним делать? Вот камера. Так, а зачем это? Водопроводная камера. Фасанину надо поменять. Она старая, 74-го года. Вы видели, какие трубы? Ну, трубы как трубы. Ну, пьете вы что? Вы хоть смотрели, что пьете? Ну, через фильтр пропускаю. Ну, если вы не пользуетесь водой, другие. Ну, водоканал заинтересован в том, чтобы вода была чистая. Сейчас все на пластик переходят. Ну, значит, вы засовываете пластик туда вовнутрь? Конечно. А, так, а зачем вам такие серьезные сооружения для этого? Вот я видела, нам на Ломоносовском тоже засовывали пластик. Ну и что, они там быстренько раскопали, втолкнули трубы синие и засыпали, и все. И не было там вот таких... Технология разная, разная глубина заложения, заложения. Зачем так сложно и серьезно вот это строить? Если стоит труба здесь, старая труба, 500-я труба, стальная, так, или чугунная, она внутри заилилась, или вот по 5 сантиметров она грязная. Мы ее чистим и засовываем туда пластиковую трубу. Если она лежит, я ее не могу выше поднять, понимаете? Ну. Проекта. Он как он как она стояла, старая вы труба. Оставляете на прежнем месте, конечно, да? Конечно. Естественно. Так. А, хорошо, значит, и что вы там чистите, и потом вот голубую или там какую трубу вставляете? Пластиковую трубу. Пластиковую, да? Да. И после этого даже ПНД, СДР 100. И после этого зароете котлован? Конечно.
что-то вот долго это все длится. Почему шланги туда шли? Вот туда, вот на луг. Это район делал переключение, чтобы люди без воды не остались. Мы заменяли фасанины. Новые задвижки, новые ПФРК. Все это заменяется. Поэтому на это время дается сутки. За эти сутки я должен поменять всю фасанину. А дома, чтобы они без воды люди не оставались, вот это вот шланги были протянуты. Да. Ну, конечно. Ну, а потом так... шланги что, в земле остались? Ну, они же убрали их. Убрали? Конечно, ее убрали. Как только мы врезались, фасанину поставили, они воду переключили, все, теперь опять так же. По-прежнему? Они переключили для того, чтобы я вот этот вот участок сделал. Я же под напором не могу ее делать, правильно? Ее нужно переключать. Любой дом, он имеет двойную как бы страховку. Если с одной стороны воду отключить, то вода пойдет по-другому, по-обратному. Так, это... Вы туда подъехали, сейчас там живем. Ага. Ставьте пока. Есть лестницу и... Есть. На ордер мы у них умирать, да, что спрашивали, да? Да, вот такие у них объяснения. Еще геофизики вчера приезжали. Надо со специалистами прийти еще посоветоваться. Нет у нас никого в доме. Вот посоветоваться, да. И, конечно, я уже писала. Еще подергать людей. Конечно, есть какие-то были инженерно такие следующие люди. А может, действительно просто меняют водопровод на новый? Может быть, да. Это есть такая работа, как проталкивание пластиковых труб. Железные трубы для укрепления, потому что ожидается просадка грунта. Вот. Да. Но это они везде вот массово делают, они делают это очень долго. И теплованы у них какие-то необычно серьезные, большие, там много досок каких-то. Ну вот на Ломоносовском были такие. Это не замена, а проталкивание. В принципе, это не очень много требует лаванов. Ну, не знаю, может, у них тут по их утверждению это слишком глубоко, поэтому там так серьезно. Ну вот, действительно, надо, чтобы какой-то специалист бы разобрался. И наверняка скажешь, что ну, это все ради метро. Потому что ради метро, значит, потому что укрепляют, чтобы трубы не сломались, да, когда щит пойдет. Во время метростроения, чтобы не было аварии в старом проводе, наверное, они... Ну да, не такое вот объяснение было. А кое-где перенос делается. На перенос... Сволочный перенос на Ленинском проспекте делается. А туда не пойдем смотреть? Яма, это для чего? Я так и не поняла. Куклованы? На бульваре копали. Это вообще фикция полная. Я вообще не поняла, это просто зачем? Фикция. Они искали якобы культурный слой. Но на глубине один метр. Метр же насыпной. Надо там больше двух метров. Там два метра насыпной. Разрешили дальше делать это все? Нет, что-то так. Ой, разрешили, но это сумасшедший дом. Это фейк полный. Да. Археологические самые, да, на один метр. Целлофановый пакетик нашли на метр. Да. Сколько? Так, что за работа? 104 Мосгаз. А, мы смотрим. А у вас есть ордер на работы от Мосгаза? Конечно, мы работаем от города Москвы. А? От города Москвы же работаем. Как же нет? Вы не в Мосгазе? Мы в Мосгазе работаем. От города Москвы. Так. Да, значит, ордер есть. Ну, а можно посмотреть ваш ордер? Наверное. Ну, мы жители, мы имеем право. Номер начальника. Вы в Мосгаз можете позвонить в общий номер, вам предъявят. Какой общий номер? Вот этот? И что я вам скажу, значит, что тут делает что ваша нужно, машина? Там, объясните, нет. Да, просто нет, все, адрес, что вас адрес. Интересует, вам предъявят. Соответственно, у нас. А что, разве у вас нету бумаги на работу с собой? Есть. Она обязана быть с собой. У меня все есть. Ну и что, сложно нам ее показать? Можем и полицию вызвать.
Может, Мосгаз сначала позвонить? Мосгаз? Это какие-то новые работы, еще не было Мосгаз. Да, ну те водопроводчики, так, а это Мосгаз. А Мосгаза еще не было пока. Да? Нет, не имеете, да? Но зачем вы воняете газом? Тут люди живут. Да, выхлопной газ, зачем вас двигатель работает? Вы же можете просто тать, выключить мотор. Ходить, чтобы они замерзли. Люди сырые, залезли погреться. Понятно. Погреться, а такой вонь а вокруг идет. А как людям? Они завтра заболеют и как не будут. А попивать? Ну тепло, просто посидеть в машине. Вот понятно. Представляете, вот на улице люди работают. Мокрые. Ну да. А вот береза, а тут вот рядом с ней котлован, а корни-то. Ну, как бы, я очень не сказал, значит, природа. Да, загрузили. И вот это все будет с этой березой, потому что под корни подкопали. Корень, да, корень испортится. Ага, она корни, она же не проснется, если корни у нее сломаются. Да. Ага, мы не скажем. Это вы должны делить деревья. Да, вот. Это деревья, общая территория. Мы дышим свежим воздухом. Берем, нам нужно дышать. Экология портится. Деревья единственное спасение, деревья всегда. Да, именно. Березы, еще там какой-то клен. Да, береза вот тут тоже летит. Еще наклонена. Будет, наверное, выглядит. Установили новые кольца, как говорится, бетонные. Не знаю, новые ставят. Не знаю, они не отвечают. Новые какие-то колодцы. Не знаю, на то, что они ставят. Какие-то баллоны, какие-то клиент. Опасно, гад. Ведь опасно. Так. А, книга. Тут подвесом делают.
А мы хотим знать, что вы тут делаете. Да? А мы хотим знать, что вы тут делаете. Я хочу, чтобы по телевизору вы сегодня мне показали. Обязательно. А я вам сейчас скажу там информацию. По телевизору показали? Да. Что видите, именно? Значит, я вам сейчас секретную вещь скажу. Ага, давайте, это очень важно. А вы житель? Значит, секрет вот в чем. Секрет заключается в том, что в нашем доме меняют трубы. Угу. Эти трубы, прежде чем... Какие, вот, газовые? Да. Вот прежде чем вам таблетки давать или уколы, угу, терапевт проверяет и говорит, вот вы больная, вот вам таблетки, вот укол. И лечит. Прежде чем трубы менять, надо было проверить, годные трубы или нет. Угу. Так вот, новые трубы по толщине тоньше, чем старые. Старые толще и качественнее. Но между перекрытиями действительно трубы чуть ржавые есть. Но тут вопрос вот в чем. Все упирается в деньги. Для того, чтобы терапевт вас проверил, так же как Мосгаз, стоимость проверки Мосгаза дороже, чем вот вырубят и поставят новые, сделают работу. Вы поняли, что я говорил? Стоимость проверки труб старых дороже, чем им вот поставить ремонт. Новые, чем ремонт. Теперь они приехали проверять готовые. Вот я хотел бы спросить, а сколько проверка готова? Дело в том, чтобы вы знали, вот проверяют, вот видите, труба желтая. Вот проверяют вот эту желтую трубу на улице, это одна служба, да. И берут деньги из ТСЖ или там людей. То, что внутри квартиры, это другое. Есть в городах России расценки такие за проверку газовой плиты, которую вообще не проверяете, колонки, 1366 рублей берут. Я говорю, а вы за что берете? А вы не туда звоните, звоните расценки. Короче, люди у нас не сколько бедно живут, сколько разбалансированность, вот это вот порядка нет. В советские времена это было, а уборщица 60-70, врач это 70, учитель столько, все, и ровно-ровно. Ну, вот так вот. Летчик, шахтер, понятно. Сейчас то тайна, то коммерческая тайна. Но дело в том, что... Они со деньги берут с жителей, да? Нет, это все бесплатно. Это все бесплатно. Трубы я кусок новый взят для Жирновского. Старый тоже взял. Вот отвезу в Китай или куда-нибудь на экспертизу. Вот почему? А, почему они меняют вот эту трубу? Они, с одной стороны, правильно меняют. Прошло, говорит, 30 лет, и нам лучше сейчас поменять, чем вызывать комиссию. Они проверят, а потом проверят, и действительно вдруг надо менять. Так зачем деньги платили? Лучше через 30 лет. Раньше в советские времена самолет отлетал, двигатель, моточасы. Моточасы и мотор снимают. Сейчас проверяют иногда, когда люди начинают падать, начинают проверять самолет от двигателя. И поняли, что я говорю? Вот теплотрасса, да, она как фонтан оттуда воды пойдет, метр 15, тогда меняют трубу. Холодная вода, то же самое. Газ, конечно, самый опасный, поэтому они, с одной стороны, правильно делают. Но с другой стороны, я не буду говорить обстановку в России, я знаю примерно в Москве, какие плюсы и минусы. Короче, вот такая обстановка. Короче, вывод какой? Проблема в том, что вот эти вот расценки, или как же назвать, цены на все, они неправильные, они завышенные. Так, и это смотреть по интернету. Да. Да. Вот я, например, выкладываю свои файлы. Ну, у меня, ну, во-первых, вы можете смотреть любые с такими хэштагами, там, юзаопротив. Это в названиях. А я как юзер, это 666-999. Вот, то есть такого юзера можно найти. Вот у меня много видео по вот этим стройкам,
протестом. Протесты против реновации. Ага. Вот, а еще вот важный такой там сайт есть такой. metro.vtf. Вот так вот. Волевой бетон, да, ну тут, наверное, сейчас он закопает. Сейчас залью бетоном, он все закопает, Засняли, берите, пожалуйста. Она далеко стоит. Навалите землю и все, и будет канал. Кто же вас отвечать будет? Какие-то понаставили, что это такое, столбики, такие. Зачем это все? Да, потому что дома, которые...